Как сказал однажды великий композитор Людвиг ван Бетховен, музыка – это откровение более высокое, чем мудрость и философия. И разве можно с этим поспорить, особенно когда смотришь на выступления участников 16-го муниципального детского фестиваля-конкурса, посвященного Дню славянской письменности и культуры в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Торжественное награждение призеров конкурса состоялось в Белом зале. Участниками фестиваля ежегодно становятся ребята в возрасте от 7 до 16 лет. Они могут показать свое мастерство в вокальном искусстве и инструментальном исполнительстве. Так в этот раз на мероприятии уже по традиции выступили победители творческого соревнования. Выступление самых лучших победителей нашего конкурса. Конкурс проходил в заочном формате, жюри работало заочно. То есть все материалы конкурсные присылались членам жюри, они отсматривали, оценивали, подводили итоги. Участники конкурса исполняют произведения российских композиторов, поют русские народные песни и исполняют духовную музыку. Ребята признаются, то или иное произведение для своего выступления они выбирают не случайно. Важно, чтобы исполнителю нравилась композиция. «Клен ты мой опавший» в обработке Шумеева. Мне нравится очень народное исполнение этой песни. К тому же стихи Есенина. Такая патриотичная песня. Мы исполняли «Один день в Марселе», то есть такую прям тему. Больше даже цыганскую, наверное. То есть веселую такую песню. Там есть разные настроения. То есть сначала более грустно, а потом так веселые, задорные. Всех победителей и лауреатов конкурса наградили грамотами Комитета по образованию администрации городского округа Щелково. Мария Буржинская, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.